Вот он, наш мертвец, который не желает заводиться. Проверим массу. Нормально есть. Хоть пока стоит, не ест. Аккумулятор поставили. Так, ну, тепло. Посмотрим, как заведется. Не заведется ли вообще. Минус 5 у нас мотор. Смородов, смотри, залитый. Пробуем газпол. Крутим. Нет, он даже не схватывается. Он залитый наглухо. Ну, если бы не отпустил, завелся бы, ну, один стартер у меня так уже сгорел. Поэтому. Дорогое удовольствие. Пробуем третий раз. Нет, ну этот укажет стартер. Плохо. Аккумулятор сейчас почему-то отдохнет. Нет компрессии, все. Хоть тепло, хоть не тепло. Четвертая попытка. Угу. Аккумулятор заряжен. Сейчас должен завестись. Масло не густое, крутится нормально. Газ положен. Нет. Не это самое. А видео затягивается. Ну, зимой один раз я его 8 часов заводил. Подогревал, свечи выкручивал, чистил, прокаливал. Ставил их, заливал и так по кругу. Прикуривал, заряжал. У меня в итоге бензин даже упал потом. А уровень масла литра так на 2 прибавился. Ну, то есть, стек бензин. Не знаю, какая попытка. Пробуем. Газпол. Газпол. Жмем, жмем, жмем. Все. Пойдем посмотрим. Непривычно после грации вибрация. Прям очень сильная. Все, завели. Всем пока.